Знаешь, у нас в школе такая учительница была, симпатичная. Ну, фигура, грудь. Интересная женщина. Ну и что? Один раз она нам фильм показывала. Про всякие там физические явления, учебный такой фильм. Я сидел один, на задней парте. Она ко мне подсела. В общем, свет не было, я так разволновался. Ну и придвинулся к ней потихоньку. Она? Она сидит, как будто ничего не происходит. Короче, я ее обнял. Она? После урока она мне говорит: Мирошников. А ты останься после урока. Клево, повезло мне.